Всем привет, ребята! С вами я, Читер Крипер, и сегодня мы будем выживать с одним прикольным модом. Начнем с того, что мы можем убить тут сразу же овечку. Давайте ее крохнем. Первая шерстка есть, а теперь можно поплыть. Нам понадобится еще тростник. Для этого мода нам нужно скрафтить книжку с рецептом. Еще одна овечка. Ферма овечек делаем простое. Нужны овечки, много овечек. С них добывать ресурсы. А вот он, тростник. Соберем давайте тростник. О, и вот корова в принципе. Только бы найти еще одну овечку. А, вот всплыл дроп. У нас уже все есть для крафта книги, только нужно тростник в бумагу перекрафтить. Добудем дерево. Добыли. Все. Кровать у нас. Убили. Здесь у нас обычное присутствие монстра. О, тюльпаны. Люблю тюльпаны. Теперь мы можем скрафтить кровать. Сначала я думаю, что нам нужно найти где-нибудь прикольное место, где мы сможем обустроиться. Вот, например... Ну, вот это, в принципе, шахта такая хорошенькая. Мне нравится. Вот здесь вот можно и построить свой дом. Ну, как построить? Будем в земле копаться. Для начала нам нужно скрафтить... И верстак. И палки тоже. Ставим его сюда. Нам нужно посмотреть на крафт. Вот она. И нам нужна еще книжка. Для этого мы должны сейчас крафтить бумагу. И бумагу мы должны использовать в создании книги. И теперь мы можем скрафтить эту книгу гайд. Крафтим кровать и обязательно кирочку. Нам для начала нужно кирку скрафтить. Так, еще нам нужно сейчас прибыть еще камни, чтобы сделать печку и начать полноценное выживание. Печечку и еще, я думаю, топорик. И готово. Сломаем верстак. И пойдемте искать что-нибудь. Вот это у нас книга. Так, давайте посмотрим. Дело близится к ночи уже, поэтому мы пока не будем читать. Мы, конечно, еще те частицы, но нам нужно бежать искать укрытие где-нибудь. Либо просто посреди поля поставить кровать. Тоже, в принципе, вариант. Но здесь вот неплохая пещера. Все-таки. Давайте поспим. Мне тут шары постукаются какие-то металлические. Книжка. Добро пожаловать в книгу. Эта книга будет помогать вам скрафтить. Для начала вы должны скрафтить вот такой вот странный верстак. Я пришел откуда-то оттуда. К сожалению, меня тянет всегда добыть тыков. Это вот они, тыквы, такие вот тыквенные. Сюда мои хорошенькие тыковки. Ребята, смотрите, это ваши собратья. Да уж, это жестоко. Кропотка. Все так же верстак. Берем мой верстачок. Берем печку. Мы их поставим рядышком тут. Так. Расчистить немножко травку. Поставить верстак. Теперь мы должны также скрафтить верстачок. И верстак. Теперь, как нам показывают, нам нужно поместить в центр верстак. И получить вот такой вот особенный какой-то. Так, дальше что? Нужно скрафтить такие плитки. Они у меня есть. Давайте посмотрим еще. Дальше нам нужно к досочке добавить это. Пон. Давайте сделаем это. Вот такой вот. У нас специальный стол. Давайте его поставим.
Давайте посмотрим. Здесь нам нужно 3 сделать таких вот. Немножко кирочки, крестик и палка. Давайте попробуем это сделать. Нам, наверное, еще такую нужно скрафтить. Готово. Так, возьмем-ка эти. Тухо. Вот, типа переключать. Попробуем скрафтить вот такой вот стол. Другой. Такой вот. Сюда поставлю. Так вот оно как. Вот. То, что мне нужно. Так, дальше в книге и написано. Так, ну мы сделали это. Дальше нам нужно будет найти кремний. Ладно, сейчас поищем. Пока я думаю, что мне нужно перекачать свое начало, потому что он просто вот тут валяется. Непонятно почему. И как бы не выглядит как Дон. Давайте заканчиваем. Да, ура, мы закончили пол в этом большом сраном доме. Ну что ж, сегодня я начал выживать в этом мире и упал. О, уголь, кстати. Я начал строить свой дом. Ну, а пока я желаю всем удачи, хорошего дня, всем до свидания и всем пока-пока.